Ку-ку, друзья, сегодня 8 марта, поэтому всех причастных поздравляю и давайте приготовим праздничный обед. Я выбрала свой любимый куриный суп. Понимаю, возможно, это звучит странно, что почему-то в качестве праздничного блюда я выбрала именно это. Но на самом деле супы мы едим не часто, да и мясо едим не часто. Просто во Франции оно очень дорогое, поэтому только на праздники. Да ладно, это шутка, но мясо правда дорогое. Возможно, теперь я стала понимать такое активное вегетарианское движение в Европе. Но это все дело вкуса. На самом деле я обожаю куриный суп, следующий у меня идет борщ. Но его готовить гораздо дольше, поэтому куриный суп просто выигрывает по всем параметрам. Как видите, кондитеру много для счастья не надо, даже куриный суп — это уже вау. А вообще, когда готовишь много сладкого, а в феврале я сделала очень много десертов, такие блюда кажутся чем-то невероятным. Надеюсь, что ваш праздничный стол был более богатый, но для меня это просто прелесть. Особенно если кушать суп со свежим багетом. Я считаю, что мой праздник удался, а еще потому, что у меня любимые лилии. И еще раз всех с праздником, увидимся в новых рецептах.